Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей, участник крупных концертных мероприятий. В свой юбилейный сезон ансамбль дал концерт в Бердске. Коллектив через творчество 35 лет хранит и приумножает русские традиции, память и связь поколений. Мы всегда с огромным удовольствием приезжаем сюда показывать свои концертные программы новые, либо забытые старые, но так или иначе всегда готовы радовать нашего зрителя. Тем более, что у нас и в ансамбле есть артисты из этого города, поэтому вдвойне приятно приехать, порадовать родных и близких. На сцене зарисовки казачьей жизни. Артисты в этой программе не просто поют и танцуют. Каждый исполнитель вживается в роль. Казачий танец, в первую очередь, это про мужество, про характер, про лихую удаль, про, ну, наверное, все-таки про любовь. Без этого никак. На сцене будет видно всю самобытность, всю любовь также казаков к своему народу, к своим женщинам и к своей стране. Концертную программу «Эй, казаки на коня» бердчане увидели впервые. Состоит она почти вся из новых произведений, в том числе и традиционно казачьих, современные авторы казачьих песен также присутствуют в репертуаре у нас. Нам в этом году исполняется 35 лет, поэтому с огромным удовольствием приезжаем в любой город нашей необъятной области и нашей необъятной страны, показываем свое творчество, свою концертную программу, радуем зрителя. Зрителям, ну, мы надеемся, что нравится. Зритель всегда приветствует восторженно. Стоя, браво, особенно после трюков, когда исполняются трюки артистами, это, конечно, приветствуется. Каждый трюк отточен. Зрители услышали неповторимое звучание казачьих песен в живом сопровождении оркестра народных инструментов, увидели впечатляющие хореографические постановки. Удаль и задор – характерность образов. Бердчане окунулись в самобытность и традиции казачьей культуры, которые исторически несут идею духовной силы.